Урмат ветеринарының замы, не түгеш келдіңіз, айтыңызшы. Жоқ, не кеч келдіңіз, сіз айтыңызшы. Вот опоздание заместителя директора ветеринарной службы на заседание аграрного комитета. Фактически опоздания не было. Телефонограмма ни письменная, ни устная, там ко мне лично никакой не поступало. У нас было заседание другого комитета, бюджетного комитета. Это было поставлено на 2 часа. При отправке, возможно, перечня, списка приглашенных поменяли, перепутали комитеты. Аграрный комитет бюджетным комитетом было направлено в аграрный комитет. В связи с тем, что когда Аманхан Батырбекович там читал приглашенных список, вот, была озвучена наша фамилия, и, соответственно, заместитель министра Мурат Курманбекович там же на месте нас вызвал, и в присутствии там были те вопросы, которые почему опоздал. Я там не стал на месте разбираться, почему, кто, откуда, что, зачем это нас пригласили. Вот, собственно, то есть со стороны ветеринарной службы лично от меня там опоздания не было никакого. Да, ошибка это... Ошибка специалистов, которые направляли... Да, список приглашенных. А вот скажите, когда вот вас отчитывали, вам было обидно? Вы хотели что-то ответить, но не получилось? Ну, было обидно только в том плане, что там было не только же вопросы, там вопросов про ветеринарию вовсе не было. Там был вопрос касательно таможенной службы, погранслужбы, антимонопольного комитета. И вот просто по пути... Ну, нас, то есть вас ни нас за тоже, что да, отчитали? Да, захватили и вот... Просто попался в такую ситуацию. И там было изложено несколько таких обвинительных моментов в том, что Чулурку Кенеш согласовали, и когда специалистов при приеме на работе Чулурку Кенеш они не согласуют специалистов. И там был вот такой вопрос относительно именно молодых специалистов. Вот молодые, и тот же момент. Про себя, конечно, я подумал, что сделал тот поколение, который... А вот вы часто видите, да, наверное, чиновников отчитывают, Джоркинеш и так далее? Ну, там я постоянно присутствую, ну, в последнее время. Там бывают такие моменты, что внезапно бывает, что заменяешь другого специалиста, пребываешь в Джоркинеш, бывает недостаточная подготовленность в вопросах. И в такие моменты... Обычно это профильный комитет, аграрный комитет. Всегда идешь с надеждой того, что они, наоборот, нам поможут там, где надо. Вот как вы считаете такое отношение депутатов к чиновникам? Правда? Ну, больше мне бы хотелось лично как специалист в том направлении по ветеринарии. Я там... И также вот молодые ребята, которые вместе, вот как в команде работаем, в Министерстве сельского хозяйства, у нас нету такого, чтобы там для народа, чтобы красиво сказать что-то там. Нам надо работать и весь свой вклад внести в направление той отрасли, в которой мы работаем. А такого, чтобы для публики лично все время... Не для публики, а для развития службы работаем, могу так сказать. Ну, то есть депутаты таким образом как-то мешают или что работе, или как-то помогают? Может, вы после таких слов лучше начинаете работать? Или наоборот, это убивает вашу мотивацию работать? Ну, мотивацию таким способом невозможно убить. Это мотивация заложена в патриотических чувствах. То, что касательно, вот, когда просто громко заявляют такие вещи со стороны депутатов, я их тоже всех прекрасно понимаю, но при этом хочется, чтобы как командная работа. Жогорку Кенеш, кабинет министров и вот исполнительная власть. И вот Жогорку Кенеш, если как мы в команде будем работать, я думаю, мы достигнем
лучших результатов в короткое время. А если так, друг на друга огрызаться, не знаю, там... Развития не будет никакого. Просто перепрям.